Яндекс News. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как мы уже анонсировали, министр сообщений Талис Линкайтс у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Ну, поскольку сейчас всем передан проект бюджета 2020, на этой неделе как раз начнется обсуждение его в комиссиях, может быть, несколько слов, как вы его оцениваете с точки зрения вашей отрасли, что удалось получить ли какие-то дополнительные финансирования. Я видел, что и в социальных сетях вы обратили внимание на опрос населения, которые говорят, что дороги, ну, понятно, что одно из самых, понятно, что медицина, благосостояние, ну и дороги, по-моему, в четверку входит самых таких важных тем. Может быть, с этого и начнем. Да, жители говорят, что дороги одна из важных тем, но если смотреть по бюджету, то очевидно то, что бюджет более социального характера, там добавили и к пенсиям, и к зарплатам учителям, медработникам, и другим из сфер бюджета, да. Но, к сожалению, по инвестициям у нас не столько получилось средств. Дополнительно мы получили 7 миллионов для обустройства дорог, но если сравнить с тем объемом, который был у нас, скажем, в прошлом, позапрошлом году, когда у нас были европейские деньги, то, в принципе, мы объем снижается на примерно 100 миллионов евро. Это не означает, что вообще в следующем году мы не будем ремонтировать дороги, так нет, но мы ясно будем концентрироваться на главные и региональные дороги. И, к сожалению, по местным дорогам у нас тоже дефицит, если в этом году мы смогли выделить 18 миллионов, то в следующем году только 10 миллионов евро. Если говорить о главных дорогах, я думаю, что многие обратили внимание, наши радиослушатели, тот масштабный ремонт, который был на Юрмальской трассе, я так понимаю, что там ремонтные работы идут с опережением. Так я, по крайней мере, сам могу наблюдать. Да, ну, в принципе, конечная цель до сентября следующего года все там закончить. Сейчас, наверное, будет технологический перерыв, пока зима пройдет. Ну, уже много сделано, по-моему, даже больше, чем планировалось, так визуально ясно. Да, ну, так и планировалось, что примерно две трети должны закончить в этом году, так, по-моему, и будет. Но еще надо как-то потерпеть юрмальчанам для того, чтобы в следующем году была прекрасная дорога, и это будет первая дорога в Латвии, где можно будет ехать 110 км в час. Ну, было бы хорошо еще, конечно, но это, наверное, больше к рижскому самоуправлению вопросу, сделать ту часть, которая идет уже в Риге, потому что, ну, там пока, сами знаете, какое состояние. Да, но, к сожалению, мы не можем как-то повлиять на Рижскую думу, но что я видел, что одну часть уже начали тоже как-то ремонтировать, и Рижская дума, наверное, увидели нашу работу и почувствовали, что там надо менять. Есть ли какие-то индикации, что вот когда будет новый финансовый период, ну, в 2021 году, можно будет что-то направить на дороги из еврофондов? Да, такая возможность есть. Вот именно сейчас мы собираем все предложения из муниципалитетов, из наших институций для следующего финансового периода, и мы видим, что и Рижская дума там тоже направила все свои интересы и требования. Это послужит началом переговоров с Еврокомиссией. Вот мы покажем, какие проекты мы задумали, потом увидим, как на это будет реагировать чиновники из Брюсселя. Угу. Наверное, тоже вопрос, который часто вам задают журналисты, это, конечно, Rail Baltic. Я так понимаю, что целый ряд закупок сейчас будет осуществляться, проект постепенно идет. Ну, наверное, тот вопрос, который обсуждается, это вот такое внезапное, не внезапное удорожание проекта, там чуть ли не фигурировали 200 миллионов. Удалось ли вам разобраться, в чем там дело? Ну, может быть, неправильная коммуникация со стороны тех, которые реализуют этот проект, Aeropostale Linijas. В принципе, там увеличился объем. Если сначала думали, что там просто будут одна пристройка к железнодорожной станции главной, то сейчас этот проект вырос до, в принципе, реконструкции всей полосы железнодорожной, плюс мост через Даугаву. Конечно,
есть и удорожание проекта. Мы видим, что были там проблемы с самим процессом, как проводилась закупка и как коммуницировали с претендентами. Но мы это учли. В принципе, это единственный такой проект во всей цепочке Рел Балтика, где проектирование и строительство в одном проекте. Следующие проекты, они отдельно, проектирование отдельно, строительство отдельно, и там такие проблемы уже, я надеюсь, не будет. Ну, понятно, что впереди эти закупки, но мы знаем, что вот совсем недавно был этот скандал, я так понимаю, расследование продолжается, КНАП по поводу вот этого картеля строителей, там все наши знаменитые строительные компании, которых знают даже те, кто никто не строит, и вот с одной стороны мы понимаем, что да, есть расследование, возможно, какие-то были картели, с другой стороны мы видим, что вот те игроки в Латвии есть крупные, которые есть. Нет ли такой, ну не знаю, опасности и неопасности, что в результате будет, ну, примерно все то же самое, что с конкурсом по вывозу мусора в Риге, ну, тех компаний, которые есть, какой бы конкурс ни проводили, ну, видимо, никто другой не придет. Да, как в любой маленькой стране, игроков столько, сколько они есть. Но, конечно, вот те события, которые были по картелю, они показывают, что, наверное, ну, нужно игрокам поменять свое отношение к правилам игры. И тут главное, чтобы не было этих нарисованных конкурсов. И я разговаривал и с моим коллегом в Литве, у них та же проблема, у них были картели по, именно по, все то же самое, да, да? По дорогам, по строительству дорог, да, компании были выявлены, но с нашей стороны, что мы можем делать, это максимально прозрачные конкурсные условия, честные сотрудники, которые делают эти технические обоснования закупок, ну, а потом это уже сфера других правоохранительных органов следить за тем, чтобы вот не было таких согласованных действий одних или других предпринимателей. Ну, я так понимаю, что пока идет все по плану, нет таких вот прогнозов, что очень задержится со строительством. Мы видим, что в принципе цены в закупках идут уже вниз, потому что пик сезон работ заканчивается, европейских денег становится меньше, конкуренция, значит, имеется все-таки, и это, я надеюсь, позитивно повлияет и на работу, связанные с Рел Балтиком. То есть, когда начнется работа, именно будет такое, ну, ослабление в других больших проектах. Хотел еще спросить, вы являетесь и сопредседателем Латвийско-Российской межправительственной комиссии. С латвийской стороны есть ли хоть какие-то индикации, что в этом году может какие-то заседания пройти, если не все межправкомиссии, может, каких-то отдельных рабочих групп, потому что я знаю, что была почти закончена работа над договором по железнодорожному сообщению, наверное, стоит подписать это там Латвии тоже в ее же интересах. Вот какие есть индикации? На уровне экспертов работы продолжаются все время. Вот именно в предыдущей неделе руководитель Латвии Дзелсиш был в Москве и разговаривал со своим коллегом из российских железных дорог. Там намечаются такие позитивные сдвиги именно по перевозкам контейнерным между Латвией и Россией. Есть также разговоры и по авиационной тематике, и по тематике железнодорожного договора. То есть какой-то диалог продолжается? Диалог имеется, и в принципе я не вижу таких больших туч над нами, как только будет подготовлены необходимые бумаги, так мы
будем работать над подписанием этих соглашений. Да, раз вы уже тоже заговорили о Латвийской железной дороге, ну, наверное, одно из таких ключевых предприятий по количеству работников и по важности для экономики страны. Мы знаем, что там были перемены, сменилось руководство. Что вы вообще ждете от Латвийской железной дороги? Какие у вас планы вообще, как вы считаете, что там нужно менять, не менять? Латвийская железная дорога сейчас в каком-то там таком особенном состоянии, потому что меняется регуляционная база, те принципы работы, которые были последние 30 лет, уже негодны для конкурентности в сфере железной дороги. Там уже три частных компании, которые занимаются грузовыми перевозками. Также в сфере финансирования инфраструктуры меняются все регуляции. И Латвийская железная дорога должна поменять свою модель действия, бизнес-модель. И я надеюсь, что новое руководство, которое будет выявлено посредством конкурса, будет именно сосредоточиться на новую модель, более дружелюбной клиентам, более чувствительной к переменам, в том числе и смотря на издержки производства, на издержки административного аппарата. Мы видим там очень хорошие возможности для сокращения именно в административном блоке. Ага. Я почему спрашиваю, некоторое время назад даже было, я так понимаю, что оппозиция, у вас была даже встреча в Сейме с оппозицией, которая обеспокоилась, что будет увольнять вот, ну, простых рабочих. Я так понимаю, таких планов нет, да? Таких планов нет. Наоборот, мы видим, что не хватает именно рабочих, которые были бы заинтересованы, особенно молодое поколение, которое бы заинтересовано идти работать на железной дороге, машинистами, другими профессиями. Так что мы стараемся как-то модернизировать эту отрасль, чтобы она была бы интересна и молодому поколению. Вот вопрос, который тоже, наверное, весьма время от времени появляется, это возможности как-то использовать вот китайские грузы. Есть ли тут какие-то новости? Мы знаем, что в свое время, по-моему, уже больше года тому назад был тестовый поезд. Ну, я так понимаю, особо пока не очень, да? Так сказать, это длительный процесс, я так понимаю. Да, это процесс длительный. У нас каждый год по одному поезду из Китая. Конечно, это никак не удовлетворяет наши интересы. Мы заинтересованы в том, чтобы грузы, которые идут из Китая в сторону Европы, они шли через, в том числе через Латвию. Мы активно работаем с Белоруссией, потому что главные логистические центры находятся там для китайских грузов. И те потоки, которые из Минска могли идти в сторону северных стран, Финляндии, Швеции, Норвегии, мы заинтересованы в том, чтобы они шли через Латвию. Такие переговоры ведутся между нашей железной дорогой и железной дорогой Белоруссии. Там есть уже такой специальный поезд назначен, и надеемся, что китайские грузы через Минск в сторону Латвии пойдут более успешно. Ну, я так понимаю, что и визит президента Беларуси готовится по-прежнему в следующем году. Я очень надеюсь. Мы должны свою часть работ сделать для того, чтобы этот приезд был бы интересен. Угу. Вот еще, наверное, такой важный аспект – это, конечно, порты, их работа. Я помню, что и перед выборами новая консервативная партия, которую вы представляете, был целый ряд идей. Но многие посчитали, что это и радикальные идеи, и это перенятие даже под контроль государства, если так можно сказать. Порты, сейчас готовятся поправки в закон о свободных портах. Может быть, несколько слов об этом. Какие планы, что удалось реализовать? Может быть, вы скорректировали как-то вот позицию? Да, но когда мы
готовили коалиционный договор, то мы с другими партиями тоже об этом говорили. Наш премьер сказал, что по случаю реформ портов уже два правительства как бы... Да, развалились? Развалились, и не хотелось бы, да, не хотелось бы, чтобы эта коалиция была третьей. По этому счету, потому мы так очень постепенно идем по этому вопросу, но в принципе не сворачивая с цели. А цель у нас более эффективное развитие портов, больших портов. Мы видим, что вокруг нас все страны сделали реформу портов и в Финляндии, и в Швеции, и в той же Литве и Эстонии. Порты являются коммерческими предприятиями. Вообще коммерческими, да? То есть они являются акционерными обществами. Из этого никакого вреда не получилось. Если смотреть по стратегической инфраструктуре, то порт – это такое же предприятие, как Аугсбрюгматикла или аэропорт, или железная дорога, и все у нас эти коммерческие предприятия. То есть о национализации речь не идет, наоборот, о том, чтобы... Об эффективном использовании тех богатств, которые имеются в портовом хозяйстве. И двигаясь по этому направлению, мы уже посмотрели, что мы в этом юридическом рамке, который уже имеется, мы можем сделать. Мы подготовили предложение по изменению правил работы портов, регламенты работы портов, которые, я надеюсь, до конца этого года будут утверждены Кабинетом министров. И будем приглашать экспертов, консультантов, которые будут смотреть по юридическому и экономическому обоснованию конвертации портов в коммерческие предприятия. Это ни в коем случае не означает, что они будут там приватизированы или как-то другим образом будут уменьшаться роль государства. Именно наоборот, мы заинтересованы там в том, чтобы была координация портов, чтобы была более эффективная работа и меньше политики там. Да, Тарас Ленкайц на студии, представитель министра сообщений от Новой консервативной партии. Прервемся буквально пару минут рекламы, потом вернемся в студию, не переключайтесь. Микс Ньюс. Талис Линкайс на студии, министр сообщений, 6212-939, телефон прямого эфира. Одевайте, пожалуйста, наушники, наверное, начнем вторую часть звонка. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Да. Задать вопрос пожалуйста, господину, да, министру. Да. Я, Евгений. Да, пожалуйста. Писал ранее министру о предложении или просьбе Атриалнот возобновить железную дорогу по маршруту Рига-Петалова. Ну, я написал, что я предлагаю сделать маршрут Рига-Эргли-Мадона-Губана-Бава-Избиляка. Скажите, пожалуйста, может быть, поменялись планы? Может быть, есть все-таки надежда восстановить железную дорогу? Потому что, когда убрали железную дорогу, экономика в этих городах просто остановилась. Спасибо большое, да, наверное, такое звучат разные предложения, да. Да, предложение из интересных, но, в принципе, наверное, в краткосрочной перспективе невыполнимых. Большие предложения, ясно, да? То, что мы больше не будем закрывать ни одну железнодорожную линию. Наоборот, мы надеемся, когда построят обратно литовцы линию Ринге-Мажайкай, мы там пустим обратно пассажирский поезд. Это реально, да, ближайшие это годы? Это уже реально, потому что литовцы должны до конца этого года построить обратно железнодорожные пути. Что касается стороны Петалова, но... То, что разобрали, то разобрали. Это уже история. Именно вот то, что вы говорили там,
Эргли Мадона еще, это в первой Латвийской республике там хотели строить линию, не построили. Да. Там, может быть, тогда был экономический интерес. Сейчас у нас главное сохранить направление плавания с Мадона Гулбена. Там сейчас, вот я именно на прошлой неделе был и в Цесвайне, и в Мадоне, и разговаривал с местными предпринимателями. Есть интерес, и там... Каждый день из Гулбена в сторону Плявиня идет 2-3 поезда грузовых. Также из Мадоны есть несколько поездов в день идут грузовых. Так что мы будем эту линию развивать. Также, когда у нас будет ясность по дизельным поездам, то есть возможность увеличить частоту рейсов в сторону Гулбена из Плявинес. Но строить что-то новое в этом направлении пока нет экономического обоснования. Да, вот вы упомянули уже поезда. Я так понимаю, что закупка вовремя придут у нас электропоезда. Все-таки в обозримом будущем мы будем ездить на уже европейском уровне поездах, да? Да, то есть согласно контракту, в мае 2022 года новые электрички должны уже ехать по нашей железной дороге. И, насколько я знаю, «Шкода» уже работает, так что там... Все будет, да? Все будет, да. Вот я обратил внимание, ездите сейчас часто по регионам. Наверное, это актуально в свете вот этой административной территориальной реформы. И многие вот представители регионов в нашей студии говорят, что вроде мы и не против, но чудес не бывает. От того, что по-другому вот эти территории объединят, не появятся дороги. Да, вот что здесь планируется делать, насколько будет согласована вот эта административная территориальная реформа с дорогами? Ну, может быть, представители самоуправления чуть-чуть лукавят, когда присутствует пресса, они критикуют, а когда вот мы остаемся один к одному, то, конечно, говорят уже о пользе, о том, как будут эти новые образования развиваться и какие интересы у каждого. Ясно то, что при увеличении самоуправления средства, конечно, не преувеличится, но можно концентрировать хотя бы интеллектуальный потенциал тех людей, которые там работают, по привлечению инвестиций, по привлечению новых проектов, в том числе с европейским финансированием. Можно более рационально использовать те средства, которые у них уже имеются, в том числе и целевые дотации, которые мы даем для самоуправления, для ремонта и устройства дорог. Да. Что касается самой реформы, то будет также разработан такой механизм для устройства тех дорог, которые будут необходимы для более такого хорошего сосниедзамибай. Ага, чтобы доступность, скажем доступности, так. Доступности, да, до нового центра. Примерно 300 миллионов евро планирует Министерство регионального развития выделить именно для эти региональные новые транспортные коридоры. Да, еще одна такая тема большая – это Рижский аэропорт. Я так понимаю, что с помощью изменений удалось хотя бы навести порядок с таксоваторами. По крайней мере, вот насколько я знаю, все-таки сейчас там более-менее организована нормальная работа, и уже таких жалоб нет. Да, с 15 сентября вступило в силу новые правила, как работает такси в аэропорту. Конечно, не сразу все получается. Те, которые там работали не так быстро, хотят уехать из этой территории. Но ясно то, что вот сейчас есть возможность получения более качественного сервиса для иностранных наших туристов.
Да, я так понимаю, что одно время были много жалоб по поводу вот этого проверки, когда люди вылетают, да, вот я так понимаю, что сейчас все-таки очередь удалось уменьшить. Да, аэропорт растет, растет число пассажиров. Это мы во многом обязаны нашей национальной авиакомпании «Эрботи», который каждый месяц увеличивает число пассажиров. И, конечно, та инфраструктура, которая имеется, ну, она не резиновая, и столько, сколько могли мы там увеличить пропускную способность, столько возможностей там есть. Планируется так называемая шестая очередь нового терминала, который именно будет расширяться в сторону передней стороны, где будут новые места и для чек-ин, и для паспортного контроля, и для этого контроля безопасности. Так что, но это будет начнет строиться только в 2021 году. До того, ну, к сожалению, какие-то очереди, наверное, в час пик будут, с этим надо считаться, но так уж устроен аэропорт, что там без самой очереди, ну, никак. Я прошу извинений для пассажиров и, конечно, то, что требуется 2 часа до вылета приходить, это такая желание не просто из какого-то интереса, но это не прихоть, это просто, да, необходимость. Это, да, просто что-то? Необходимость, чтобы быть спокойным и попасть в самолет. Давайте примем еще звонки наших радиослушателей. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Да, добрый. Вот, господин министр, вот дефицит недофинансирования дорог рос почти 30 лет. И с этим соглашались все министры, называлась цифра 8, 9, 10. Экс-премьер Берзнич обсуждал эту цифру, Ланге обсуждал. При вас моментально дефицит недофинансирования стал 5, в 2 раза меньше. То есть вы исключили какие-то дороги, и все стало в 2 раза лучше. У меня вопрос такой, вот... Значит, финансирование дорог из Евросоюза и наше. Вот цифры опять, манипулирование. Я понимаю, что к евросоюзовской цифре, к евросоюзовским деньгам вы практически ничего не добавляете. Вот назовите, сколько дает Евросоюз и сколько дает бюджет. Угу. Спасибо большое. Видимо, речь идет, наверное, о главных региональных дорогах. Да. Я цифру 10 миллиардов никогда не слышал. То максимальная цифра, которая была, это 4 миллиарда дефицит, да. Ну, 4,5. Ну, это вообще да, все, это все, если все, да, наши дороги асфальтировать, то дефицит 4,5 миллиарда. То, конечно, таких денег у нас нет, и таких денег из Европейского Союза тоже у нас нет. И ясно, что в следующем периоде у нас денег будет меньше, именно на дороге, чем в этом периоде. Ну, я не хочу критиковать моих предшественников, но это деньги были построены таким образом, что они выделялись не только для главных и региональных дорог, но, в принципе, по всей территории таким мелким слоем эти деньги были нанесены на все возможные дороги. Сейчас, когда денег уже больше нет европейских, то мы должны считаться только с деньгами из госбюджета. Я, как я сказал, нет, не так, что вообще денег госбюджет не дает. Это примерно 180 миллионов в год, что мы выделяем на
ремонт, на обустройство дорог. Конечно, это не покрывает всю необходимость дорог, потому я надеюсь, что дополнительно в следующем и 2022 году будут деньги из этого регионального фонда специального, который будет предназначен для административно-территориальной реформы, от которых мы сможем ремонтировать региональные и местные дороги. Насколько реально, мы знаем, что в бюджете следующего года принято концептуальное решение налоги не менять, но в 2021 году это не исключено. Насколько есть велика вероятность, может быть, Министерство сообщения выйдет с такой инициативой, какой-то налог, не знаю, видоизменить, повысить так, чтобы можно было целевым образом направить его на дороги? Такие идеи, я слышал, звучали. Да, мы встали в очередь за возможность получения дополнительных средств. Если Министерство финансов решит увеличить, скажем, налог, акцизный налог на дизтопливо, то мы хотим в первую очередь эти деньги направить на улучшение дорог. Там уже есть интерес из Министерства экономики, чтобы этот ОИК уменьшить, из этих средств тоже направить. Там есть интерес из Министерства регионального развития на нужды окружающей среды что-то направить, но мы тоже встали в очереди. Ясно то, что в следующие годы дизтопливо будет дорожать и посредством именно увеличения акциза, потому что если сравнить с другими странами, то у нас дизельное топливо дешевле, чем бензин. Это было пролоббировано и нашими крестьянами, и также частным сектором, который в основном использует дизельное топливо в своем транспорте. Весь Европейский Союз сейчас поворачивается в сторону защищения окружающей среды, уменьшения эмиссий CO2. И, конечно, если будет такая политика продолжаться, то будут более поддерживаться другие виды транспорта и топлива. Да, единственное, только мы знаем, что все-таки у нас вот эти фуры или грузовые машины, они в основном на дизеле, и есть опасения, что по цепочке пойдут цены вверх, естественно. Ну, это, соответственно, не только потому, что дизельное топливо растет в цене, но и потому, что есть новые требования Европейского Союза, которые хотят применить к водителям, там разные действия, чтобы они больше спали, меньше работали. Ну, посмотрим, как это будет. Такой вот последний вопрос. Я вижу, что вы активны в социальных сетях, при каждом возможном случае пропагандируете использование общественного транспорта. Ну, я понимаю, что, может быть, вы не проводили специальные исследования, но есть хоть какие-то признаки, что это действительно люди больше используют общественный транспорт, потому что, ну, по крайней мере, Рига, я понимаю, что это особый город, но когда ты посмотришь и на центр города, супермаркеты, ну, машин более чем достаточно. Конечно, одними компаниями это не увеличить, это, ну, такой вопрос, где всем надо работать вместе, и муниципалитетам, и госучреждениям. Ясно, мы, если смотреть по статистике, то увеличение в этом году плюс 1-2% имеется. Я надеюсь, что когда у нас будет более качественные электрички, это в 2022 году, тогда уже использование подскочит намного быстрее. Мы делаем все для того, чтобы было интересно ехать поездом, да, то есть снижаем цену на билеты, повышаем скорость поездов между станциями. И люди знают, что они вовремя доедут. Да, и у нас в Латвии, если сравнить с другими европейскими странами, самая пунктуальная железная дорога. Да, вот мы там, когда
дочка вечером там возвращалась в Юрмалу, да, мы знали, что вот в это время мы выходили ее встречать, и точно. Ну, ни разу не было так, чтобы там, ну, 30 секунд – это максимально. Да, так что по статистике у нас самые пунктуальные поезда. Да. Тарас Линкайс у нас был в студии, министр сообщения. Большое спасибо. Спасибо вам.